Всем зимний привет! На канале Фима ТВ Виктория Мир. Сегодня мы с вами слепим печенье макарон в виде милого бычка. Я нарисовала его от руки, а вы можете сделать скрин экрана. Для печенья я смешиваю бежевую и белую глину в пропорции 1:1, чтобы оттенок был посветлее. Раскатываю на пастомашинке пласт и складываю его пополам. Толщина в сложенном виде у меня получилась 3 мм. Прикладываем трафарет и обрезаем по контуру с помощью макетного ножа. Проделаем все то же самое и сделаем вторую часть печеньки. Прижмите заготовки к рабочей поверхности, например, керамической плитке или стеклу, чтобы они хорошо приклеились. С помощью пальцев или стеком необходимо придать краям округлую форму. Уберем всю грязь с полимерной глины с помощью влажной салфетки, а заодно дополнительно разгладим глину. Теперь приступим к созданию так называемой юбочки у печенья макарон. Для этого возьмите, например, иголочку, можно такой инструмент, как у меня, либо самую обычную иглу. И примерно посередине необходимо продавить полосу по периметру всего печенья. Затем той же иголочкой, делая круговые движения, вы взрыхляете нижнюю часть под этой самой линией, которую мы до этого нарисовали. Делаем так на обоих заготовках со всех сторон. Теперь давайте превратим одну из этих частей в милого, доброго бычка. Глину терракотового цвета я также замешиваю с белым, для того, чтобы получить более светлый оттенок. От этого кусочка отщипываю совсем маленькую часть и делю пополам. Это будут ушки. Сначала катаем шарик, затем его расплющиваем и придаем ему форму треугольника. Теперь прикрепляем к заготовке и слегка прижимаем. Из оставшегося кусочка сделаем мордочку. Для этого скатаем шарик и расплющим его, сделав форму больше похожую на овал. Аккуратно прижимаем к заготовке, при необходимости глину можно снова почистить влажной салфеткой. С помощью любого небольшого инструмента, например, дотса или зубочистки, сделайте два небольших отверстия, это ноздри. А также наметим, где у нас будут глаза, и, конечно же, нарисуем ротик. Из небольшого кусочка глины терракотового цвета сделаем пятнышко на спину бычку. Пальцами расплющиваем глину в тоненькую, произвольной формы заготовку и затем прикрепляем на спинку.
Чтобы пятнышко не было сильно выпуклым и смотрелось более аккуратно, его сверху прокатаем с помощью стека. Глаза, бровки и хвостик будем крепить с помощью фимогеля, так как у этих деталей небольшая площадь сцепления с поверхностью. Так они точно у нас будут крепко держаться. Наметим, где будет хвостик и бровки. Промажем эти места небольшим количеством фимогеля. Для глаз скатайте два очень маленьких черных шарика. А для хвостика тонкую-тонкую колбаску. Для кончика хвоста понадобится совсем крохотный кусочек черного цвета. Расплющите его и придайте форму капельки. Для бровок скатаем маленькую колбаску, довольно тонкую, и разделим ее пополам. Затем эти заготовки прикрепим на намеченные нами места. С помощью сухой художественной пастели розового цвета нарисуем легкий румянец нашему бычку. Теперь обе заготовки отправляем запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. А пока слепим начинку из глины белого цвета. Для этого разминаем кусочек, прокатываем его на пастомашинке ровно на той же толщине, складываем пополам и точно так же с помощью макетного ножа вырезаем по контуру. Теперь необходимо сгладить все эти ровно срезанные края, для того чтобы у нас данная заготовка была больше похожа на крем. Поэтому края у нее должны быть округлые со всех сторон. Я решила сделать данной печеньке крепление, чтобы ее можно было повесить на елку. Для этого я взяла штифт с петелькой, загибаю его край для того, чтобы штифт не вылетел из глины. И сейчас покажу, как его прикрепить. Заготовки запеклись и остыли. Приступаем к дальнейшим действиям. Подготовленный штифт приклеим с помощью универсального секундного клея. Я расположу его прямо над рожками. Изнаночные стороны заготовок промазываем тонким слоем фимогеля. Размещаем нашу начинку между двух заготовок печенья, поправляем, где это необходимо, накрываем второй стороной и слегка прижимаем
заготовки друг с другом, крем как бы немножко вылезет за края, где это будет слишком сильно, поправляем пальцами и аккуратно заправляем его обратно. Теперь запекаем еще раз, также 110 градусов, 25-30 минут. После полного остывания добавим некоторых акцентов нашей печеньки. Я набрала на зубочистку совсем немного белой акриловой краски для того, чтобы поставить блики на глазах. Мне также захотелось подчеркнуть ноздри и ротик. Всю лишнюю краску, которая выходит за края и смотрится неаккуратно, можно стереть с помощью влажной салфетки. Краской золотого цвета, также акриловой, я покрашу рожки и нарисую копытца. После того, как краска высохнет, наш бычок будет готов украшать дом и нести новогоднее настроение. Творческих вам успехов и до встречи на новых мастер-классах! Ну и, конечно же, все необходимое для лепки вы можете приобрести в магазине bestclay.ru.